17-летний Максим хочет стать военным и считает, что навыки стрельбы обязательно пригодятся ему в будущем. Тренируется парень 3 дня в неделю. Отрабатывает попадание по движущимся и статичным мишеням, быструю перезарядку магазина, безопасное перемещение с оружием. Сегодня пробует силы на первенстве Мурманской области. Нахожу этот спорт динамичным, интересным очень. И считаю, что молодые люди должны уметь обращаться с оружием. Конечно, немного волнительно, но когда навык уже наработан, тут уже, знаете, как говорится, глаза боятся, руки делают. В соревнованиях принимают участие 30 ребят. Члены патриотических клубов, кадеты, школьники, опытные стрелки и те, кто занимается совсем недавно. Виктория начала свой путь в спорте 2 месяца назад. Любовь к стрельбе привил отец. С детства вместе проводили время в тире. К соревнованиям готовилась серьезно. Мы узнали за них за месяц, за полтора. Ну, готовились к ним как бы. Дома. Холостила в безопасной зоне на тренировках. В тренировках очень плотно занималась. Ну, очень хочу хороший результат получить. Областное первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета в Мурманске проходит впервые. Участники соревнуются в 5 дисциплинах. Все упражнения динамичные. Стрельба с колена, наклонившись, через препятствия. Берутся ситуации, ну, так называемые жизненные ситуации, адаптируются по стрельбу. Ну, если вдруг придется, да, там, например, это либо боевая подготовка, либо самооборона, либо охота. Это вот такой симбиоз упражнений. Расстояние до мишени варьируется до 5 метров. Задача участников – поразить цели не только точно, но еще и быстро. Зачет ведется по последнему выстрелу. Только после попадания в финишную тарелку останавливается таймер и фиксируется время участника. То есть, условно, человек стреляет 4 раза. То есть, надо сделать 4 выстрела, набрать максимум 20 очков. Он пройдет, условно, это за 10 секунд. Мы 20 очков делим на 10, получаем фактор 2. Итак, мы пройдем, все стрелки пройдут, и будет некая таблица, то быстрее, ну, у кого фактор лучше, тот, соответственно, это упражнение лучше. У всех призеров соревнований будет возможность попасть в сборную Мурманской области по практической стрельбе среди юниоров, которая должна появиться в регионе уже в следующем году. Кирилл Грапиняк, Максим Чинкин, ТВ-21+.